Да-ду-да-ду-да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, мы продолжаем играть в нашу машинку. У нас новый автомобильчик. Посмотрим, насколько его хватит. Да, бензина совсем мало. Не знаю, далеко мы не проедем, конечно же. Надо улучшаться. Да, бензин закончился. Нужно улучшать нашу машинку. Идем в гараж, смотрим. А, по деньгам. У нас $1109. Мы можем приобрести. Что мы можем приобрести на 1000? Двигатель увеличим. Мощности. Давай, двигатель увеличим. И бензобак купим еще один. Хорошо. Поехали. Все. Бензобак улучшили, конечно, не максимум. Я думаю, может быть, бензобак даже в конце будем увеличивать, потому что далеко уехать тоже. Ну, хотя мы и денег больше заработаем, сейчас посмотрим. Угу. Да куда мы сможем проехать? А, в принципе, далеко мы не проедем. Мы здесь остановились в прошлый раз. Ох, нифига, как она умеет вставать дыбом. Да, и все, бензобак наш закончился. Идем в гараж, смотрим, сколько у нас денег. Ух ты! Кажется, вы могли бы использовать немного больше денег. Нажмите плюс, чтобы посетить экран магазина. Это я знаю. Окей. Маленький набор. Бесплатно. Отлично, вы получили $7500. За что, интересно? Спасибо. Хорошо. Ладненько. В принципе, пойдет. Улучшаем. Сразу я хочу улучшить. Естественно, броню. Естественно, улучшу ускоритель. Вот так. Да. И улучшим сейчас, наверное, двигатель. Да, максимум. Ну все, поехали. Вот, у нас есть еще турбоускорение. Нормально, нормально. Сейчас посмотрим. Сейчас турбоускоримся. Ох, нифига, нормалек. Сейчас посмотрим, докуда доедем. Может быть, мы и доедем до нашего бензобака. Хотя, ну, вряд ли. Все кончилось. Ускоритель закончился, так что... Ну, машинка прикольно выглядит. Мощная такая, красивая. Мне нравится. Она интереснее, чем первая. Смотри, ну, в принципе, мы далеко доезжаем. Смотри, нормально, да? Только сейчас бензин закончился. В принципе, мы практически доехали. Что будем развивать? Я предлагаю коробку передач. Сколько у нас еще остается? И я предлагаю еще колеса. Колеса увеличить. Во, вот это я понимаю колеса. Вот это я понимаю автомобиль. Вот, ускоритель надо будет, кстати, еще купить. Он так неплохо так ускоряет. Во, вот эта тачка мощная. Но первой тачкой, да, мы пользоваться, к сожалению, не можем. Было отказано. Я бы, конечно, и в первой поиграл. Ну, а смысл? Это интересно. Да, надо будет, конечно, развивать бензобак, покупать, потому что, видишь, даже с улучшенным двигателем у нас далеко проехать не получится. Хотя, нет. Чуть-чуть оставалось, я думал, мы успеем, но, к сожалению, мы не успели. 1800. Можно тур... О, давай вот это купим, развеску. Да-да-да. Нормально, чтобы я сшибал все. Все сшибал вокруг себя. Видишь, оно сшибает. И сейчас увеличим. Сейчас быстренько вот так сделаем. Опа! Да, тачка. Черная такая Волга, покажется. Черная Волга. Оп. Смотри, нифига я машинку свою подрумянил. Надо аккуратненько в этом поворотике вписываться. О, ускоряемся. Все, ускоритель закончился. Сколько у нас там бензина? А, бензин заканчивается. Да, смысл. Мы не доедем, конечно, все равно. Но попробовать стоит. Хотя, смотри, совершенно чуть-чуть осталось. Да, мы сейчас купим бензинчик. Вот. Топливный бак. И еще я турбоускоритель дополнительно куплю. Все, теперь мы, возможно, и доедем.
Смотрим. Угу. О, здесь надо аккуратненько заезжать. Машинку разбиваем. Все, ускоритель закончился, ё-моё. Но еще пока есть бензин. Поэтому есть вероятность того, что мы доедем. Доедем. Ох ты, нифига. Ускоритель закончился. Да я знаю. И бензин на исходе. Смотри, не доехали что ли? Да ё-моё. Рядом были совершенно. Ну мы рядышком прям были. А может, в принципе, мы доедем. А нет, все, бензин закончился. Все, и мы встали. И вообще никуда, ни влево, ни вправо. Ну что, тут можно только купить топливный бак. Все, на остальное у нас денег не хватает. Что ж, едем. Вот, заехали хорошо. Надо, может, мне автомат купить, слушай. Будет от зомбаков мне помогать. Фига, машинка наша, смотри, подмялась, да? Есть такое? Есть, ускоритель закончился. Ну все, мы практически доехали, ребята. Чуть-чуть осталось совсем. Совсем чуть-чуть. Давай, машиночка. Давай. Ой. Ну давай здесь сверху проедем, ничего страшного. Опа, доехали. Все, супер, хорошо. Прям даже очень. Да, еще дофига ехать, короче. А 2900 у нас денег. Предлагаю пока ничего не покупать. Купим потом автомат. Еще раз проедем и будем копить сейчас на автомат. Давай, проехали. Ох, нифига. Ой, давай, взрывайся, хорошо. Столько бочек вон понаставили. Зомбаки, что? Караул просто. Да, лучше, конечно, сверху это проехать было. Ну ладно. Все, бензик закончился. 2800 у нас, 5700. Нормально. Все, покупаем. Сколько, интересно, патронов там будет? Сейчас посмотрим. А ну-кась. О, 10. Нормально. Фига они отлетают. Хорошо. Патроны закончились. Ну, патронов ненадолго, как я посмотрю. Ох, нифига, а что там за яма была? Ух ты, я забыл, что у меня ускоритель еще дофига. Сейчас будем пользоваться им. О, давай. А, все, закончился. Ладненько. Ну смотри, вот мы уже здесь проехали. Ну и сейчас скоро закончится бензин. Все, бензин закончился. И где-то 2500 нам должны дать. 2400 заплатили. 300. Бензик купим. Все хорошо, больше денег нет. Сейчас посмотрим, докуда доедем. Музыка такая прикольная. Рок. Ох, нифига, смотри, что такое там? Да, мы, конечно, не доехали бы туда. Вот это что-то там яма, интересно. Ну, ладно, в следующий раз, может, посмотрим. Во! У меня еще и ускоритель есть. Давай. Опа, все, ускоритель кончился. Обшивка нашего автомобильчика сломалась. Теперь едем без защиты. Автомата этих патронов нету, и ускоритель закончился. Осталось совсем чуть-чуть бензика, который все, закончился. Не доехали. А, 3700. Что можно купить на 3700?
Ну давай купим двигатель, конечно же. Вот, и поедем еще раз. Еще раз. Вот, сейчас увеличим. Смотри, скорость. Вот так вот мы едем быстро. Все, это максимум была скорость. Патроны закончились. О, куда-то мы упали. А, вон, что здесь. Я думал, что за там за пропасть такая. А тут, в принципе, нормально все. Да, к сожалению, здесь вот под низом лучше не ездить. Лучше поверху как-нибудь. Так, где-то здесь скоро уже бензин будет заканчиваться. Ох, нифига, смотри, как тяжело проезжать здесь. Нам нужно срочно прокачать колеса. Да-да-да, шины прокачать нужно обязательно. Все, бензик закончился. А, прокачиваем колеса. Как раз у нас есть на это денежка. Да, хотя бы так, в принципе. Вот такая у нас машинка. Ну что ж, дорогие друзья, вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие ролики, какие игры вы хотите еще увидеть на моем канале. Всем до новых встреч. До скорых встреч. Всем пока.